Генеральная прокуратура не нашла нарушений в работе «Кундилик». Сотрудники ведомства внимательно изучили сервис после запроса депутата от партии «Ак-Жол». Азат Перуашев пожаловался на наличие платных функций в электронном дневнике, ссылаясь на гарантированное бесплатное образование в Казахстане. В надзорном органе сообщили, что платный контент – это дополнительные услуги, и это не запрещено законом. Прокуроры также не обнаружили на электронной платформе рекламы с недопустимым содержанием и запрещенных материалов, но анализ общественного мнения показал неоднозначное отношение пользователей к системе «Кундилик». Тем временем Комитет внутреннего госаудита проверяет обоснованность заключения договора именно с этой компанией. Кстати, для защиты персональных данных системы «Кундилик» в этом году выделено почти 90 миллионов тенге из бюджета.